Доброе утро. Сегодня у нас вторник, 27 февраля. Раннее утро. Собираемся по делам. Приготовила завтрак. Быстрый. Леша будет пить чай. Как-то он в последнее время пьет именно со стакана. Ему нравится. А я буду кофе. Всем приятного аппетита, хорошего рабочего дня. По нашему пути вы, наверное, уже догадались, куда мы едем. Для тех, кто не догадался, скажу: к врачу, ортодонту на очередной визит. И я, и София продолжаем лечение у ортодонта. Бензин дорогой, 53 гривны.
Европе, кстати, цена выросла на бензин. €60, по-моему. €60, по-моему. Так вообще, ну, это не наш поворот, да? Нет. На следующий. Все, ребятки, нас отмучили с Соней. Соня даже умудрилась спать. Приехали в Конфискат. Магазин такой есть. Хотим посмотреть здесь туфли на небольшом каблуке для Софии, для занятий в модельной школе. Может быть, тут что-то есть. Очень сложно подобрать. Размер 36. Соня, вот такие, смотри. Или это большой каблук? Ну, это надо мерить, чтобы они были удобные. Или вот такие же, только под кожу. И бежевые. А вот, смотри. Ну, тоже небольшой каблук. Сколько такие стоят? 849. Совершенно верно. Ну, ты померить, как ты себя будешь в них ощущать. Ну да, это высокие, это нормально. И сумочка прикольная. 649. Померяем? Давай. Давай. Вау, какие, Соня, какие интересные. Не, не нравится? А такие? Понятно. А мне симпатичные эти, нравятся. И ботиночки тут есть. Я пошел посмотрю. Ну какие интересные, прикольные. Ну вот цвет красивый. Легенький, класс. Да, иду, Сонь. По бокам. Я даже не знаю, нормально. Не расшатывайся. По размеру, как они тебе? Нормально. Вообще? Ну да. Ни большие, ни маленькие? Это нормально. Ну, попробуй пройдись. Не спеша. Не завали, не завали, не заваливайся. Ровно линию пройди. Ровно линию пройди. Что ты сразу ты поворачивай? Ровно туда, до терминала иди. Спину ровно держи. Ма, еще спину ровно. Конечно. Сейчас же. Ну так ты можешь упасть с них тогда. Ну да. А нет, ты когда малая была, мама. Ну так мамы на это не то. Так то, когда еще было. Я тебе советую померить вот те внизу, которые на широком каблуке. На широком я падаю. Нет, тебе будет удобнее в них. Просто для интереса возьми. Черные внизу, бархатные, да, которые на широком каблуке. Нет, дальше. Они цокают, потому что сзади эти. А
по-другому так на каблуках и ходят. Ну ты в них увереннее идешь, чем в тех. Чем тебе шапки. Да. Можно. Давай потуже сделаем. Так, мы решили взять вот такие. А ну повернись по каблуку, покажи. Каблучок. Удобно. Пока ничего не натирают, там будет видно. Очень большой выбор сумок. Такие есть, типа шоперы. Белые. Он стоит 849. А, тут одна ручка. Понятно. Ну, то, что одна ручка, это неудобно. Это неудобно. Ну, тоже одна ручка. Много детской обуви. Такие стильные. Прикольно. Даже вот такие монстры есть. Тяжелые, ярко-белые, это такой бежевый цвет, и черные такие есть, жилеточки есть, ну да, какая-то тоненькая совсем. Много белья. Женского, мужского. Носки, перчатки, сумки. Ребятки, а у нас во дворе вон какая красота уже проснулась. Пролиски первые. Первые цветочки вон тоже маленькие. Сейчас приближу. Красота. И вот тоже. Прикольно. Скоро весна. Пока я тут отлеживалась, болят зубы у меня сильно. Я выпила обезболивающее и заснула. Я так чувствую, что действие обезболивающего заканчивается. И у меня опять появилась жуткая боль. О, Господи. Тем временем Лёша закончил работу над заказом. Давно этот заказ уже у него висит, но работа серьезная, большая, творческая. И, наконец-то, она закончена, завершена. Денис, аккуратно. Сейчас покажу вам, какую красоту он сотворил. Что снимать? Тебя. Меня? Да. Глаза.
Сик-сак-сок. Ой. У меня зубки болят. Что делать? Что делать? Лечиться. Мне уже надоело лечиться. Показывала у нас Аня, да? Угу. Киева просила меня. Долго я делал. Ну, очень долго затянула вот эта работа. Это-то у меня была уже готова. Этот свой, два лучших. Ну, сборник из двух дисков. Это хиты Украины, такая подборочка. Самое главное, это вот этот. Я его доделал, делалось то все с начала ноября. Держи. Альбом мы зашли с самого начала его карьеры, с 95 года до 2014 года. Это первый. Фанатский альбом 2015 года, который выпустили уже после смерти Кузьмы. И он называется «Конец фильма. Сюда не зашел». Хочу объяснить, то людям там интересно, почему я не ставил ту песню, почему я не ставил ту песню. Этот диск надо делать отдельно. Ну да. Сюда он... Сделаем. Ну, да. В планах не было, чтобы он сюда зашел. Класс. Прикольно. Оформлены так диски. Угу. Тут треки. История. И так вот я оформил. Это первый. Это второй. Это третий. Тоже на дисках треки. Угу. Это четвертый. В таком стиле захотелось его исполнить. Полностью черный, да? Почти. Угу. Не полностью. А-а-а. Угу. Да, мне так мысль пришла. Я мылся, и мне пришла мысль так, как когда-то. Класс. Не помню, когда. Ну, что-то мне так захотелось. Я так это увидел. Прикольно. Типа затмение? Ну, типа что-то такое, да. Угу. Ну и такая. Такой боксик тоже сделал. Угу. Никто, вы в интернете не ищите, такого нету. Я его только сделал. Тут написано дата его выпуска. Она получилась, как ни странно, 24.02.24. Ну, так оно выпало. Mm-hmm. Это было уже все записано, все сделано. Там чуть-чуть работал с полиграфией. Сегодня доделал вот этот бокс. Молодец. Зрители, напишите, как вам. Вот это самый верный спутник, если вы хотите поспать. Да, Фисика? Ты со мной дрых? Да? Ты хорош. Ду, как этот. Ду с мамкой. Ду. Ну, хорош. Поспали мы с тобой, классно? Поспали. Надо телефон на зарядку поставить. Садиться. Заходили в Walmart, купили фарш свиной, туалетная бумага. Сейчас в Walmart акция на крылышки по 75 гривен. Купила 9 штук. И ножки куриные 86,90. Дальше по акции джем вишневый 24,99. Творог на сырнике. Сыр Гауда и вот такой сыр Мазда взяла.
поштучно черный чай, сметана. Сейчас акция на вот эту икру кабачковую. Ой, 45 гривен, по-моему. Такой паштет домашний купила я, трань. Вкусный, я его люблю. И вот такую колбаску деликатесная с молоком, тоже я, трань. София йогурт. Это к чаю творожок. Половинка батона. И сейчас акция на масло сливочное Рошен. 68 с копейками. И купила китоновые конфетки Тофелини с шоколадной начинкой по 220 гривен. Я такие не видела раньше. Черный шоколад здесь и внутри шоколадная начинка. А она такая тягучая. Видите? Как много. Степа. Ну что такое много, а? Все. Будешь конфету есть? Не будешь. Уходи со стола, Степ. Тут зрители напишут. Ой, вкусная конфетка. Класс. И такая распаковка. Хочу, ребята, еще показать фотографию вам, что осталось от вокзала Константиновки. И там умники писали, что храм, который находится напротив, Свято-Игоревский, не пострадал. Так вот, вы ошибаетесь. Не может в такой близости находиться здание храма и не пострадать. Очень больно, да, все это смотреть. И немного вам релакса в конце влога. Этот аквариум находится в Торецке. За ним ухаживает Вова. Вот он сделал очередную уборку и снял для нас видео. Кормит как раз рыбок. Очень красиво. Кайфуйте вместе с нами.